Наташа Королева появилась в странном купальнике с провокационным низом в клипе на песню «Зять». Поклонники певицы принялись обсуждать наряд жены Тарзана, и посчитали, что незакомплексованная певица перестала удалять растительность в интимных зонах. В клипе «Зять» Наташа Королева сняла своего супруга, стриптизера Сергея Глушко, и свою маму Людмилу Порывай, которым не пришлось вживаться в роли зятя и тещи. Мама певицы предстала в стильном современном образе, а Тарзан, сменяя образы один за другим, исполнял коронные танцы. Казалось бы, клип, как и композиция, вышел динамичным и задорным, но все внимание зрителей было приковано к одному моменту – к низу купальника 45-летней Королевой. Для своей новой видеоработы Наташа Королева выбрала странный купальник, который визуально не только укоротил ноги певицы, но и поставил ее в неловкое положение из-за затемненного низа. Неизвестно, обладает ли ткань наряда таким эффектом, или тому есть другие причины. Поклонники выдвинули свои версии подобного визуального казуса. В сети под видео пишут: «Мохнатая эта Королева, хоть бы депиляцию сделала, Наташа, я все понимаю, но волосы на интимном месте с 90-х не популярны, а Тарзана ничего не колет во время любовных утех. Меня передергивает, Наташа, удали ты эту растительность. Мне одному показалось, что наряд гнездо скрывает». Пользователи шокированы тем, что операторы и монтажеры не досмотрели такого подлога. Некоторые подозревают, что это было сделано специально. Поклонники высмеяли супругу Тарзана за небритость в промежности не просто так. Затемненный низ купальника появляется не в одном кадре клипа «Зять», а в каждом, где она фигурирует. И пользователям сети остается только догадываться, с какой целью Наташа Королева проделала этот трюк, то ли ради хайпа, то ли певица стала слишком рассеянной, чтобы замечать такие мелочи. Но поклонников это уже смущает, а чем они пишут Наташе Королевой прямо на ее страницу?